Шалом, дорогие друзья! Еврейская мудрость говорит следующее. «Не говори на досуге «поучусь», потому что досуга может и не быть». И глядя на темп нашей жизни, мы понимаем, что это правда. Множество вещей претендует на право быть в нашем сердце. Но Бог говорит, что человек, который сокрыл Его Слово в своем сердце, он получает благословение. И я верю, что у каждого из нас есть призвание. И Бог желает, чтобы каждый из нас реализовал себя в этом призвании. Поэтому мы приглашаем вас учиться, мы приглашаем вас углубиться, мы приглашаем вас принести плод. Я верю, что это хорошее, благословенное время.